Всем доброе время суток. С вами канал Лоха 54 и я Владимир. Делал я, показывал приладу для ласточкиного хвоста и фрезеровал вот эту вот столешницу для барной стойки. Ну и попросили рассказать, показать, как я добавлял на нее мясо. Ну, мясо — это термин такой. Подцепила его на форуме, поэтому вот длина ее 140 столешницы, 1,40 м, а ширина 420. Вот сейчас я переверну и расскажу, что я с ней делаю. Вот такого плана. Вот. То есть была склеена вот эти части сначала. На шканты собрана она вся. Потом уже сделан был ласточкин хвост. Сюда шпонки поставлены. Здесь тоже она есть, но она внутри. То есть она тоже на сухую поставлена. И только что это. И потом профрезерована. Вот видать там щелка освобожденная она, чтобы ничего не тянуло, все было не заперто было. И сверху добавлен, наклеено, объем добавлен таким образом. Вот. И сверху также. Потом был сделан вот такой вот, вот такая канавка. Ну, и она и рассекла клейку, чтобы не было разница. Вот. Ну, я сейчас все покажу поэлементно. Да, кстати, вот тут вот оставлены зазоры. Вот. Для, если запереть этот ласточкин хвост, то при усушке вот эту доклей, вот этот, начнет отрывать. Поэтому оставлены вот такие вот карманы, чтобы компенсировать игру столешницы. Посажено здесь все на сухую. Вот они и не дадут играть ей по ширине. Вот. Ну, я сейчас покажу все элементы, которые я сделал для нее. Ну а в следующем видео соберу и уже покажу в собранном виде. Потом вот это был сделан низ, то есть отсюда вот и пойдут столбы, и такие же сделаны на столешницу переходники, чтобы не сверлиться в тело. То есть если столб начнет тоже набирать какой-то объем, то может разорвать тоже столешницу. Поэтому вот так вот через переходники все сделано. Вот такого плана. И здесь уже будут позиционироваться столбы. Сейчас расскажу, как я делал столбы. Потом были выточены вот такие вот столбы с огранкой для столешницы, для этой, для стойки. То есть вот это вверх тоже посадочные оставлены и столб вот такого плана. Огранка была сделана. Между столбами будет стоять решетка. Сейчас я покажу решетку. Вот. И была сделана вот такая вот решетка. То есть
вот с такими вот подвесами. Вот она и будет стоять в этой огранке между столбами. Решетка это сделана под 45. Делал я ее своим методом. Только единственное, была направляющая, стояла под 45. И вот так вот. Потом был сделан профиль и просто обвязано все профилем. Профиль сделан на ус. Вот такого вот плана. И ну вот, пока по элементам все, что я на нее сделал. В следующем видео я уже соберу ее, все поставлю на место и еще раз покажу вам. Решу это, барная стойка, это стоит в трапеции. То есть я делал трапецию, и она будет, трапеция длиной 3 метра, и она будет стоять посередине трапеции. И вот этот верхний шест, который вот здесь будет стоять, там под рюмки, там будет еще полочка позиционироваться, но это потом все увидите. И она будет упираться в середину трапеции. Как я буду ее туда упирать, я тоже вам покажу. Затяжка там будет. Ну вот, на этом. Ну вот я сейчас, вот по этой вот картинке будет приложено. Вот по этому проекту и будет стоять эта стойка барная. Ну, на этом я заканчиваю. Всем удачи. До встречи.